Здравствуйте! Сегодня мы снова возвращаемся к ведической науке. И вопрос к Евгению. Евгений, подскажите, пожалуйста, на кого мы воздействуем, изучая ведическую науку? Кто объект воздействия? Или что? Веды предназначены для людей, прежде всего. Да? Человек, изучающий веды, воздействует на себя, прежде всего. Естественно, когда меняется он меняет свое окружение. Поэтому, в первую очередь, веды призваны изменить человека. То есть мы соприкасаемся с ведами, веды меняют нас. Но мы в этом непосредственно участники. То есть, изменяя себя, можно изменить окружающий мир. Совершенно. В ведах только воздействуем на себя, только мы то, что можем изменить. Совершенно верно. Веды предназначены для изменения себя. Я вас благодарю, Евгений. Будем разбираться.